Югра на своем льду разгромила команду Челны. Но первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке 0 на табло горел только со стороны гостей. Югра, в свою очередь, отличилась трижды. Семен Переляев открыл счет уже через 28 секунд после начала периода. Затем Илья Авраменко и Дмитрий Сидляров упрочили преимущество Югры над соперником. В третьем периоде сюрпризов не случилось. Подопечные Вадима Япончинцева продолжили забрасывать шайбы, а хоккеисты Челнов так и не смогли распечатать ворота Егора Завраги. Итог противостояния 5-0.